Решила сделать салатик из того, что было в холодильнике. Что было в холодильнике? Так, смотрим. Горошечек замороженный, лучок. А это свежие огурчики, помидорчики. Так, что еще у нас там? А, курочка копченая, кусочек завалялся. И капусточка молодая. Вот что набрала я в своем холодильнике. Так, ну и еще майонезик сама взбила. Сейчас сделаю и посмотрим, что это было, вкусно или нет. Попробуем.